Аким области Ондасы Нуразалин провел совещание по вопросам подготовки к весенне-полевым работам. В текущем году общая площадь посевных земель превысит 722 тысячи гектаров. Из них под зерновые культуры планируется отвести 375 тысяч, под масличные 85 тысяч, картофель более 6 тысяч, другие овощи 4,5 тысячи гектаров. Обеспеченность семенным материалом составляет 82%. Готовность сельхозтехники достигла отметки в 92%. Аким области поручил обеспечить своевременное финансирование работ и предоставление аграриям субсидий. Также глава региона поручил взять на особый контроль обеспечение фермеров льготным дизельным топливом. В текущем году области выделено более 9,5 тысяч тонн удешевленного дизтоплива. Ондасы Нуразалин потребовал уделить особое внимание проектам по расширению кормовой базы, обеспечить их полную и качественную реализацию.